Так. Как нам пойдем? Давайте пойдем двумя группами. Значит, одну группу. Давай танкисты нанку ведешь. Мех, танкист и Майк. Идете втроем. Решайте сами, как пойдете. Я лечу с аспером. Чуть-чуть в оттяжку от вас. Ну, в общем, мы послетываемся вдвоем. Летим в район. Слушай, ну можно, конечно, вулчеров побить, не знаю. Да нафиг они нужны. Нафиг они не нужны. Да, летим в район этой Малоклецкой. Да, и там смотрим, что происходит. Так, Майк завелся. Так, что, первая группа, тройка уходит. Да, тройка, взлетайте первый, Аспер, мы с тобой чуть позже. Так, а мы идем с Ивановки. Да. Танкист, рули. Я понял, я пытаюсь маршрут построить, в ориентирах тебе назначить себе, то что-то как-то без GPS. Высоту. Гребите, наверное, высоту. Танкист, то есть нормально. Или ниже инверсии пойдем, как ты считаешь? Ну, давайте, наверное, на инверсии, потому что если уж вы парой будете внизу, мы сейчас спустим. Да. Давайте они не должны нас. Вы втроем на инверсию идите максимально, а мы с Аспером пойдем где-то на 5000. Танкист начал движение. Так, Аспер, у тебя белый камуфляж, да? Нет, у меня просто зеленый. А, просто зеленый, вижу. Значит, я... О, все, западная, просто уничтожу. Ну, то у меня тоже просто на ну вот. Как всегда, мы. Не вовремя. Да ё-моё, что-то не заводит. Водись, не спеши, нам он все будет. Месь. Мы организованно идем, вас ждем, да? Или вы догоните? Нет. Идем двумя группами. Если что, просто на связи. Но GPS-а нет, поэтому просто говорим. Тем более вы выше нас пойдете. Встречаемся над целью и как бы до нее идем отдельными группами. Так, Майк, туда, погнали. Начал разбег. Мальчик куда-то собралась. Завелся, да? Угу. Так, я сейчас слева. Нет. Я думаю, они все равно будут нашу эту додалбывать. Мне почему-то кажется. Артиллерию или что-то. Так, вижу кон, не мессер. Мессер подо мной проходит с юга на север. Завожу. Там тобой, да? Да, вот моим курсом сейчас, как я там выхожу. Там пара. Там пара идет. А это не нас? Да, вот по ним поначали зены, зены по ним начали работать. Спускаемся вдвоем, третий на высоте. Принял. Лэр, ты тебя потерял. Иду вдоль реки, все так же. Никуда не отворачиваю. Так, я спрыгнул с связи. Заходим на крайнего. Ну да, дублируешь, если что, и... Ай, а там кто-то пришел, нет? Высота какая? Так, аккуратнее только с оборотиком. Да и вот вообще скин. Не, вниз не уходи. Вниз не ухожу. Так, все, захожу там на крайне. У меня 5000, я вылез на инверсию специально, ищи инверсию над рекой. Чуть подныриваю, надеюсь, не заметил. Не вижу. Мессер наверх полез, да? Да, их два. Я передо мной один, и еще один по наверх. Не спускайся, не светись. Я тебя не вижу. Похерил. Над рекой. Сейчас я тебе скажу, где точно. А второй? Второй вверх передо мной. Так, контролируй сейчас, это фара, по-любому фара. Кто выше всех сейчас? Мессер? Так, вот вижу. Мессер дымит белым. Сейчас выше... Дал огни. Майкл. Майкл, терпи. Терпи. Тот разворачивается. Второй. Давай, сейчас я его подхвачу.
Опа, мес провалился. Так, давайте того второго надо добирать. Потому что он сейчас будет атаковать. Так, за тобой тянется мех. Майкл, за тобой. Дымящегося мех, поконтролируй дымящегося. Его хорошо видно. И на юг, две мид-версии. Лайерт, на юг подходите. Мы здесь. Аспер меня потерял, мы пытаемся найти сейчас. Понял. Ага, я вот над этим. Да. Так, в левом вираже передо мной мессер. Дать оно? Так, вот я вижу. Тут я вижу. Разбом, хорошо. Где танки вот. Дымящегося работает, должен работать сейчас. Вот он на ножки дает. Они с подвесами должны догнать. Работает вот этот, который со ножками уходит. Дымящегося возьмите. Ты на целью, значит, да? Мег, берешь дымящегося. Да, принял, я наблюдаю тогда смерть. Ага, вот вижу. Да, выбирай момент просто, он уже почти мертвый. А этот я уходит в пикирование. Со ножками моргаю. Стою так, я вот вижу бой. Подходи к парням, это наш лайк. Так, у меня перегрев, я остужаюсь. Я тебя тут пока и так, на меня заход, ныряю. Кто заходит-то? Пора. Сверху кто-то. Охереть. Ну вот он, да, он им моргал, пусть все. Вы на танке? Оп, живи. Угу. Мех, это по тебе так? Да. Ребят, давайте, Лайер, подходите. Мы на юге, прям на цели были. Я подхожу, вижу, бой. Подключаюсь. Дымящийся, это все еще мессер, наших нет дымящихся? Так, этот разворачивается, да, солнце будет подходить. Высота какая у вас? Ой, на какой высоте? Высоты сейчас уже 2000. Так, вверх-то выпрыгнул. Солнце, еще один мессерок сейчас придет, аккуратнее. Мне топляк выбили. Так, ага, это тебя вродил, Миша, да? Блять, я вас не вижу всех. Это сейчас. А мушки немец дает. О, мне еще кажется, движок высадил. Я не вижу просто тебя, где ты. Я вижу вот. Если движок высадил, выходи из боя. Стекло что-то уже черное. Ну естественно. Я чувствую, не дойдет Игорь. Ну ладно. 20 и выходи. 20 оборотов. Все просрал, и высоту, и, блядь, день есть. Ну, они подошли тоже на меня версию. Ну, этот дымящийся, чего, он так и будет? Так, блядь, нет. Вижу на тебя атака. Спускай вниз, пробуй вниз спускать. Только не вверх, это мессера. Я около цели, но не вижу бой. Вы все там же где-то крутитесь? Южнее, понял. Спускайте вниз, спускайтесь. Вот, один готов. Ну, у меня тут тоже инверсия, кстати. Дай оно кто-нибудь, где? Так, да, атака на кого? Атака. На меня была, но у меня по нулям атака была. Блять, а где ты по нулям? Я тоже нет. Дала ножки. Я вижу, Майкл, под тебя, да, стреляют? Или ты по кому-то стреляешь? По мне так. Аспер, не вижу тебя. Двое меня тут крючат, я со ножками. Высота. Так, заход на 3000, 3,5. Давай еще. Так, парни, я полторы, могу спуститься, я не могу. К вам, до вас дошел, но у меня так, еще есть инверсия. Выхожу из боя. Давай спускайся, потому что я вот на полторы, я ничего не сделаю, ребят. Все, принято. Они сзади у меня. Так, ты со ножками выходишь, я вижу тебя, да. Заход, уворачивайся, куда-нибудь в гараж. Отлично, все, он прошел, бросил. Я навстречу тебе иду, уходи под меня. Ты должен курсом сейчас идти 90. Да, отлично, вот я с тобой стал. Я вижу. Все, я на него сейчас буду заходить. Там вроде никого. Все, отход у нас 90 курсов. Да, 90 там найдешь. Большой этот город, и от него тоже 90. Заход на дымного на кого-то. Да это меня все добивает, мне уже 3 мессера висят. Эй, где вы? Не вижу вас внизу, хоть убейтесь. Я вот вижу только одного, но это Саспера снимает. Все, у меня двигатель стал.
садись на вынужденную или прыгай. Угу. Попробуй не на вынужденную пойти. Так, а как бы мне теперь найтись-то, блядь? Танкист, ты можешь меня сориентировать вот относительно цели? Вы куда сейчас будете? Я сам сориентируюсь, я заблудился. Я вообще не вижу никогда. Относительно цели. Южнее отлетел, никого. Так, я вижу квадратик, квадратик, это квадрат 089-7 сектор. А, 089. Блин, о, блядь, а меня пробили, я даже не чувствую, прикинь. И 08, не вижу, не высота слышу. Твоя. Нули, 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 я рядом. Нули. В какую сторону? Нули принял? Да. В какую мне, сторону? Мне прохуярили радиаторы и топливо, я увидишь. Я тебя понял. 90 сейчас буду вставать, да. Понял. Блядь, у меня появился чат, а не выстрелов ничего нет. Еще атака, блядь. Я 89 на квадрате. Смотри, ты белый дым. Ты еще. Не нахожу пока. Но они пары хуярят. Сука. Я там двое или трое. Нет никого 89 на квадрате. Что за жизнь-то? 89, да, иду на запад. Идешь на запад? Ну, в смысле, на 90, да, что это? На 90, запад? Все, я понял. Так. Я вот 89-м над Казимов. Квадратненький там, такой, да, городок-то. Да, 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 вижу квадратник, городок вижу. Вот видишь. От него на запад, смотри, по нулям, я вообще по нулям. Они 90, меня, да? Крошат. 90, ну, да? Тошни. Да, 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 да. Если я по ним помню. Ладно, иду, смотрю еще. Я сел на вынужденную. Принял. Вот жив. И они меня, кажется, потеряли. А на земле. А ты где сел-то? Я посередине поля. Ну я посередине поля. Я танкист, не вижу ни хера. Они от меня отвалили. Смотрите, я сам отходил и что? Давай, ты один, их трое. Я все пропустил, пока скоро искал, ладно. Как так. Ты от него как тут потерялся? Эй, я не потерялся, Аскар меня потерялся. Я стал его искать. Да. И я завис в стороне. Это он как-то вылетел к этому. Вот когда он там кричал на юг идите, мы как раз вот были на юге. Ну а мы как раз ваши искали. Ладно, еще. Ну что ж сейчас? Воды опытные летают. А кстати, из этой пары один все-таки нас заметил, за штанги передний, кстати. Задний нет, а передний черный. Разворачиваться начал. Невозможно точно, он начал. А че этот я-то? Здесь, видишь, сервак еще такой, блядь, я говорю, ни трассеры не отрисовались, ничего, а просто чат у меня. Пробитый этот и пробитый этот радиатор и бак. И все, и тишина вообще. Ну, тебя там есть, я наконец-то нашел. Точно, и я нулями иду. По нулями, ты дымный, черный камуфляж, сзади чисто. Да, не бросит. Единственное, сориентируй ты повыше, я не пойму, правильно я иду или нет. Да, ты идешь правильно, 90, по идее, прямо в радар должен ловиться. Так, куда ты меня попал? Только что я тебя видел. А, вон ты, да. Ну, ты сейчас, так, сейчас перелетишь речку с лесом перелетишь, да. Да я не дойду, у меня уже греется. Ну, уходи тогда на 0 градусов садись, да. Или обороты сбросить. У тебя сколько оборотов сейчас стоит в процентах? У меня сейчас стоит по 80. И какой по 80? Сбрасывай на 20 или на 30, он отлично летит на этих оборотах. Скорости не будет, он будет греться. Я тебе говорю, я 7 квадратов таких оборотов с пробитыми обоими радиаторами вылетаю, ничего. Так, на аэродроме, конечно, я прошел, но говорю, сейчас она. А у меня все, табло 20 галлончик. Ну, садись на пиздец. Все, сажусь на вынужденную. Оно льется у меня со всех щелей. Сажусь на брюхо, соответственно. Так,
кого чем все закончилось? Одна победа, вынужденная посадка. Нет, уже вынужденная посадка. Группе там ничего, кажется. Ну, вынужденная имеется в виду, это все равно потерю считаем. То есть не в радаре, то есть до аэродрома не дотянули. Потеря самолета, да, пилот жив. Да, понял. Мех, у тебя такая же фигня, да? Да. Ну, мы с Майклом вот так вот лякнули. Майкл, хоть постреляй, пошли. Аспер, а ты тоже сел, да? Нет, я еще иду к Филду. А, ну, ты что-то сидишь? Я по-моему, Филда не найду. Ты 90... А все у меня... Опа! А вы видели, какая ракетница теперь? У меня горючка кончилась. Еще и звук озвучили, охереть, как с двустволки долбишь. Это... Садись-то на вынужденную еще. Да, я думаю, вынужденную. Паранку вижу. Ну всё ладно. Так, все так хорошо начиналось, блин. Не, парни, ну что вы хотите? Мы в большой толпу не летаем. Летать вчетвером уже намного сложнее, чем вдвоем. Да, поверьте. Надо просто делать выводы и ошибки. Мы, возможно, мы зря вдвоем пошли на этого. Надо было вам вверху вдвоем оставаться. Да, кстати, я сразу говорю, если бой истребительный, лучше атаковать по очереди и только добавлять в бой. Если чувствуете плохо или еще кто-то подлетел, в принципе, индивидуально все хорошо готовы. Поэтому что тут?